Уважаемые жители Щелковского муниципального района, приглашаем вас посетить праздничные мероприятия. 7 января Щелковский районный культурный комплекс приглашает на рождественские елки главы Щелковского муниципального района. Представления пройдут в 10 утра, в половине первого дня, в 3 часа дня и в половине шестого вечера. В городском поселении Фряново, в Доме культуры Фряново, в час дня пройдет рождественская елка для детей. В сельском поселении Анискинское на площадке у Дома культуры поселка Биокомбината в 3 часа дня начнется игровая развлекательная программа «Рождества Маскарад». В сельском поселении Гребневское в сельском Доме культуры Богослова в 5 часов вечера начнется рождественское шествие с колядками «Коляда, открывай ворота».